Только спустя 69 лет найдены родственники 14 моряков, погибших на борту подлодки типа «Щука». Они проживают в Украине, России и Израиле. Поиски родственников и дальше продолжаются, ведь на борту погибли 47 человек. Сейчас с места крушения планируют поднять уникальные артефакты и со временем создать музей. Напомним, водолазы обнаружили субмарину случайно недалеко от берега Тарханкут. На сегодня это единственная в мире сохранившаяся лодка класса «Щука». Если подводные исследования исключат вероятность взрыва, то поднимать субмарину будут уже следующим летом.